Москва и Вашингтон, обсуждающие условия мирного урегулирования в Арабской Республике, усиливают плотность контактов. Главам российского и американского дипломатических ведомств накануне оказалось мало одного телефонного разговора. И в итоге Сергей Лавров и Джон Керри связывались по телефону трижды. В соответствии с решениями Международной группы поддержки Сирии, 12 февраля они досогласовывали параметры режима прекращения огня, которые докладываются президентам Путину и Обаме. Как сообщили в нашем МИДе, процесс уже близок к завершению. При этом подчеркивается, что вырабатываемые предложения не касаются операций против организаций, признанных Советом Безопасности ООН террористическими.